настоящие гости, это люди, которые прожили долгую жизнь, и им есть что рассказать. Особенно им есть что рассказать о детстве. Детство наших гостей Алевтины Ивановны и Галины Максимовны выпало на военные годы Великой Отечественной войны. Мы с вами поем песню одну на эту тему, поэтому нам сегодня будет особенно интересно пообщаться с нашими гостями, может быть, какие-то вопросы задать, услышать их рассказ, услышать их наставления, которые они вам передадут. Я хочу, чтобы вы не просто это услышали, а чтобы вы это прочувствовали, потому что сегодня у нас в гостях живая история. Вот когда началась война, 21 июня 41-го, у меня было всего 5 лет. Вам сколько? Вот тебе сколько тебе? 8. Тебе 8 уже, а мне было 5, когда началась война. Это когда немцы пришли в Ржев, они стали расселяться по домам. Ну и, конечно, наш дом тоже заселили немцы. Были партизаны в городе Ржеве. Причем вот, что мне интересно, город Ржев, на левой стороне был аэродром. Там еще командовали на левой стороне русские, советские войска. А на правой стороне, где был железнодорожный узел, командовали немцы. И вот и получалось, город один, два берега, берег левый, берег правый. И вот они постоянно друг друга самолетами бомбили. И мы друг друга смотрим в небо, и кто кого бьет, мы уже не понимали. Кто нас бомбит, а мы не понимали уже. И вот немцы погрузили всех товарные вагоны и повезли. А куда везут, мы не знаем. Везут и везут, везут. Но такие по поезду ходили разговоры, что в Германию везут. Вас везут в Германию. Ну, везут, товарный вагон. Паровоз загудел и поехали. Но уже 43-й год уже был переломный год войны. Была уже Московская битва, была Курская битва, была уже Сталинградская битва. Они нас везли до Германии, не довезли. Они нас ночью, опять под покровом темноты, выселили первый вагон, второй вагон и третий вагон. И повели, а куда, опять не знаем, куда. Тут солдат немецкий с автоматом, рядом с ним собака. С этой стороны солдат и собак ведут. А куда ведут, мы не знаем. Я же такой концлагерь. Вот они, военный городок, вы пойдете в армию, будете знать, что такое военный городок. Общий наследие. На армии первый этаж, второй этаж, третий этаж. Общий коридор. Обносятся там 2-3 ряда проволоки, чтобы никто не выходил. И на каждом углу вышки, высокие вышки, на котором дежурит немец, обязательно с автоматом. Это уж фигура такая, немец, и тут обязательно автомат. А рядом с ним овчарка. Из этого лагеря уже выход был всем запрещен. Могли только ввозить еще. Вот что из этого? Ну, наши мальчишки, вот моему брату было 10 лет. Мальчишки, ну еще вот с ним ребятки такие, есть вот 10 лет кому? Вот, есть, вот 10 лет вот такие ребятки, пацаны, собирались, и где-то они нашли место, где можно было ночью под проволокой можно было пролезть и уйти в белорусские деревни. Вот несколько мальчиков, вот он уходит в ночь. Ночью ходят, собирают милостину. Ну вот белорусский народ очень приветливо встречали ребятишек. Кто-то даст кусочек хлеба, кто-то даст кусочек сала, кто-то даст, ну кто чем может, картошину даст. И вот, а мы целый день, и ночью, они только ночью, опять той же лазейкой возвращались в лагерь. А мы целый день волновались. Вот мне еще было тут уже 6 лет, а я волновалась, вернется ли мой братик обратно в этот лагерь. Но все благополучно. И вот это он подкармливал всю нашу родню. А вот родня тогда 15 человек было. И вот один мальчик, вот это уж я видела своими глазами, и это помню на
всю свою жизнь. Да, а немцы как кормили? Там же нары, военно-городские нары на правой стороне, нары на левой стороне. А в середине большой-большой коридор. И вот немцы везут какую-то похлебку в большую-большую кастрюлю. Ковш налево, одному ковш направо, ковш налево, ковш направо. И одному мальчонку, ну вот 10-8 лет такой, как вы, дали вот это в черпак жидкости, супа. А он полез на третий этаж. Нары были, на третий этаж, нары. И вот эту плошку он свою уронил, и он этот суп пролил, ребят, ну нечаянно, полез на третий этаж и пролил. Вы знаете, как его били родные? Родные, там папа или мама, кто там был, бабушка, дедушка. Его так били до полусмерти, и только соседи только выхватили этого мальчонка из рук родных людей и, можно сказать, спасли ему жизнь. Вот настолько была цена тарелки супа. Она была ровно жизни мальчугана. Ну, пережили. Ну, вот еще страшное хочу сказать. Немцы всю войну свою выживали на испуге, не просили. Пробовали забывать советский народ. Вот так как мальчонки полезла под эту кронку наша советская учительница. У ней был мальчик маленький. Ну, она, конечно, как мама, хотела его подкормить. Были пролезть-то пролезла, там набрала, кто чего дал. А ночью возвращалась опять под эту проволоку, и мы по тому же месту. Немцы его поймали, ее поймали. И нашу советскую учительницу расстреляли на месте. Расстреляли, чего я всегда боялась за брата. Ну, расстреляли, убили. Ну, злодеи они есть, злодеи. Но не эту учительницу растянули, вот распяли, можно сказать, как Иисуса Христа на проволочном заборе. Вот так руки раскинули, привязали там, где там можно, ноги где можно привязали. И эта учительница, молодая учительница, висела на проволоке целую неделю. Это они запугивали народ. Наших ребятишек, чтобы они не позволяли себя делать. Это вот был 43-м году у нас. Так мы жили 43-й год. Вот приходит 44-й год. В 44-м году уже, можно сказать, наши пошли уже на Запад с мощным рывком, да, мощным рывком. И в 44-м году весной, 44-го года нас из этого лагеря освободили советские войска. Советские войска вышли, мы как-то все выплеснули из этого лагеря и разбежался кто куда. А там очень много было евреев в Беларуси, они евреи убегали, спасались от фашистов, одни их дома остались. И мы заселяли вот эти пустующие дома, где-то мы человеки, надо было. А немцы опять фашисты, вот эти они фашисты, злодеи. Вот сама опять видела своими глазами, уже мне было 6 лет. Вот идет немец вот так вот задом, и по крыше дома из какого-то автомата, как начнет стрелять, дом загорелся. Опять идет по этому дому, как он пострелял, дом загорелся. И так все, вся улица полыхала. И вот однажды ночью, когда еще идет бой за освобождение города Слуцка от немецких захватчиков, нас с того берега, мы на крутом береге, с того берега нас расстреливают из автоматов. Безбожно, но расстреливают так, то справа стреляют, то слева стреляют, то поверху стреляют, беспрерывно. Ну, наверное, а на той стороне были советские войска. Ну и вот жильцы-то тоже были. И люди, которые были в землях, уже были взрослые люди, не соображали, что нас расстреливают наши же советские войска. И тут одна бабушка, уже старенькая, в общем, встает перед всеми, кто находится в землянке, вот, и говорит, ну, люди добрые, я свою жизнь прожила, давайте мне белую тряпку, будем сдаваться. Ну, ей дали какую-то белую простынь, и они
Германия, она вышла из этой землянки, начала махать и кричит: мы русские, мы русские, мы советские здесь, мы советские здесь. И когда наступила ночь, к нам через озеро приплыл наш советский солдатик. Советский солдатик. Ну, влез в нашу землянку, и ему говорят: да мы русские, мы русские, мы Саржева, мы Саржева. Так что, ребятки, вот уж он, его сняли с него всю солдатскую одежду, там, ну, солдаты, вы представляете, у них своя форма, и дали ему гражданские штанишки, рубашку, там, пиджачок. Он одел старую кепку и пошел в тыл фашистов, чтобы узнать, где чего находится, чтобы одолеть этих фашистов. Нас освободили. И тут без телефона, без всяких компьютеров, без всяких телевизоров приходит вдруг весть вот по воздуху: в Оржеве ваш дом уцелел. Но папа его перед войной только перестроил, он уцелел. И мы вот как летят журавли с юга на север, потом с севера на юг, так вся наша родня бросилась в этот Оржев. Приехали дом так жить. И начали жить 15-20 человек в одном доме. Выжили. Но я вот хочу, очень тоже интересный эпизод в моей жизни был. А у нас в городе всего было два каменных здания, ребят, кирпичных. И не, ну, этажа три. Кирпичный, обыкновенный, многоквартирный дом. И вот я прихожу, когда приехали мы из лагеря, я прихожу к этому дому, вот как-то случайно туда попала. И вы знаете, мы вернулись в 1944 году, а город был освобожден в 1943, и вот этот каменный дом дымит, ребят, вы знаете, дымит. Уже год прошел после освобождения, а дом дымит каменный. Я вот так стою, мне так было обидно, мне так хотелось плакать. И вот у меня из души прям только выскочило несколько слов. Родина, мать, чем тебе помочь? Чем я тебе могу помочь? А мне всего 6-7 лет. Ну, чем я могу помочь? Только, ребятки, учиться, работать. Я очень была рада предложению, Артём. Большое спасибо за вас. Ребятки, я зашла в магазин, купила вам конфеток. Простых конфеток. Сколько вас, я не знаю. Может быть, кому-то не хватит. Ну, возьмите свою конфетку, поделите на две части. Вот вам конфеток. В своем репертуаре имеем песню, которая называется «Была судьба». Это песня Птичкина на стихи Роберта Рождественского. Она практически вот ровно о том, о чем вы нам рассказывали. Вы знаете эту песню? Не слышали раньше? Вот мы сейчас вам ее споем. Oh,
Тогда от нашего хора такие небольшие скромные подарки вам, чтобы поддержать ваши силы. Вам очень благодарны, потому что то, что вы говорите, это для наших ребят очень важно. И то, что вообще говорит ваше поколение, рассказывает о войне, которую мы узнаем, как сегодня из учебников истории, от живых свидетельств, да, от живых свидетелей, от тех, кто непосредственно находился в этой ситуации. Нет ничего хуже, конечно, когда твой город захватывают, когда в твоем доме хозяйничает враг. Это, конечно, все неприятно. И потребовалось, как сказала Алексея Ивановна, огромное количество сил, энергии наших войск, нашего народа, чтобы эту нечисть отбросить от наших границ, но не только отбросить, но и освободить еще всю Европу от этого и весь мир. И это очень важно в нынешнее время, когда фашизм опять поднимает голову, когда все это пытается возродиться. Детки. И дай Бог вам здоровья и благополучия.